Экологический десант на базе Елабужского института Казанского федерального университета начался с выступления юных талантов, которые рассказали о том, как важно беречь природу. Я сам окончил Казанский государственный университет, поэтому мне очень приятно находиться теперь в стенах Елабужского филиала института. Я знаю, что здесь хорошие биологические традиции. Специалисты, преподаватели занимаются экологическими исследованиями. Мы очень тесно с ними сотрудничаем. Стараемся рассказать о тех экологических проблемах, которые существуют у нас в республике. Призывает все государства, всех людей объединиться, сохранить планету такой, какая она есть. Но призывает заниматься не только экологическими проблемами, но и призывает к дружбе, согласию, к миру, к культуре. Открыла официальную часть мероприятия директор Елабужского института КФУ Елена Мирзон. Она рассказала о том, что важно с детства формировать у ребенка бережное отношение к природе. Радуюсь сегодня не только как гражданин, не только как мама, но и как руководитель института, потому что здесь, в этом зале, большинство участников наши студенты, будущие учителя биологии и химии. Мне очень радостно, что сегодня вы получите ответы на некоторые вопросы, которые, конечно же, у вас сегодня есть. Участниками экологического десанта стали преподаватели, учителя, биологи, экологи, работники культуры, а также школьники из лагеря «Интилета». Взрослым рассказали о том, что такое органическая продукция, почему почву Татарстана называют вторым черным золотом республики. А для юных участников были проведены интерактивные мероприятия на тему экологии. Все желающие могли понаблюдать за лабораторными экспериментами и узнать состав воды, которую пьют, а также плодородность почвы на своем участке. Анна Глазунова, Лада Гильмулина, Денис Сипайлов, Универньюз.